Президент России Владимир Путин поручил снять ограничения по возрасту на льготные авиабилеты на Дальний Восток. Правительство до 15 марта должно представить предложение по расширению программ субсидирования авиаперевозок внутри Российской Федерации, говорится на сайте Кремля. Путин поручил обратить особое внимание на исключение действующих возрастных ограничений, а также на расширение программ региональных и местных авиаперевозок. Напомним, сейчас льготные авиабилеты на Дальний Восток и обратно, а также в ряд других регионов страны могут приобрести граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60, женщины старше 55 лет, члены многодетных семей и инвалиды. Как сообщали ранее, несколько дней назад Аэрофлот буквально в течение пары-тройки суток распродал все льготные билеты, выделенные на этот год в соответствии с полученной от государства субсидией.